Слава богу, отпустил судья. Явно не идеальный будет разбег у Павла. Не лучший, может быть. Как ну, 9,6, 9,7, да. Ну. Да, как и в Нагана, Креч был быстрее, чем Кулежников на первых 100 метрах. В принципе, Кулежников никогда не отличался супербыстрым разбегом. И, наверное, та часть дистанции, именно 500 метров, где Паша недосягаем оставался в прошлом сезоне, это именно круг схода. Сейчас еще один сбой на выходе из большого поворота. Кулежникову чуть-чуть там попало-то в кадр, но... Ну, третий. Третий в призах. И Мурашов. Да, Мурашов также в призах остается, да? Да, 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 второе, этап становится место. Победителем. Вот это вот, конечно, уникально. Ну, 9 сотых, в 9 сотых секунды уложились все призеры. Этап первый — Мурашов, второй — Кулежников, третий. Это удивительно. Ну, в общем, современный спринт, он, конечно, мужской особенно удивляет.